Что ты видишь? Здесь полно стражников. Смотри, Сюнин.
Сюнин, укажи путь. Ты так далеко от тепла очагов, воин? Это место твой дом? Меня зовут Эрик Верный. Мы... Вся Норвегия... Нас его... В этой печ... Он убил медведь... Я не погиб рядом с... Бой с таким дрэнгом — большая честь для меня. Скажи, как будешь готов? Я готов. За Рагнара Лодброка, конунга Норвегии. За Рагнар, за славу, за дрэнгов странников я поднимаю клинок. Ты так далеко от тепла очагов, воин? Бой с таки... За Рагнар, за славу, за дрэнгов странников я поднимаю клинок. Ah!
Так далеко от тепла очагов. Бой стоит. За Рагнар, за славу, за дрэнгов странников. Я поднимаю клинок. Сражаешься умело и яростно. Как раз то, что мне нужно. Так далеко. За Рагнар, за славу, за дрэнгов странников. Я поднимаю клинок.
Пора в путь! Придется нам грести. Здесь мы можем поднять парус. Парус поднять! Стоять! Пускай парус! Можем пробить? Парус! Лови ветер! Убрать парус! Thank you.
Поднять парус! Подожди, Скальд. Расскажите что-нибудь. Может, вы не знаете, но Рагнар Лодброк как-то просил меня возглавить поход в Англию. Было это 8 или даже 10 зим назад. Точнее, не скажу. Все зимы с тех пор слились в сплошную белую мглу. Но я помню, будто это было вчера. Рагнар вдруг явился в мой дом. Конечно, я принял его как гостя. Он проделал долгий путь, чтобы увидеть меня. Я налил ему меда, накормил хлебом, и он начал свой рассказ. Рагнар тревожился о своем походе. Вести столь большое войско на такую великую войну — это тяжкое бремя. И он вскричал со слезами на глазах. «Да, я хочу у тебя поучиться искусству войны. Веди нас в Англию и к победе!» «Пускай парус!» Но я покачал головой. Рагнар ответил я. «Я приглашен на 2 свадьбы. Иначе бы я, конечно, помог тебе». Рагнар поклонился. «Спасибо, Даг», — сказал он. «Хотя тебя не будет на корабле, твой дух с нами. Этого достаточно». Парус поднять! Расправь крылья, Сюнин. Поднимай парус! Thank you.
Спустить парус! Давай продолжим. Эй, перестань! Не забудь, я жду зверя! Не забудь, я жду зверя! Здесь лучше не шуметь. Что ты видишь, Сюнин? Сам не гадный матрик.
Ледяная. Постой, здесь замерзну. Из воды. Входи, входи! У Сульки Златоуста есть сокровища из всех девяти миров. Диковины, бесценные артефакты. И все же ты назначил им цену. Все так, о мудрый муж. Но я прошу только малую часть их цены. Вот частица Иисусова креста. И кожа змеи, что убила Рагнара Лодбрака. Не впечатляет твой товар. Что это за старый башмак? Им владел первый папа христиан, или какой-то святой. На нем благословение их Бога. Да, держится он лишь Божьей милостью. А этот ремень? На нем держался щит героя Сигурда в битве с великим зверем. Ха, мать как-то вышила мне такой же. А что насчет этого шлема? Его носил Хальфдан Черный, когда погиб в бою. Он защищает и приносит урожай. Ты лжешь. Этот шлем был на моем отце Варене в ночь, когда его убили. Эйвор? Ты змей, Сульке. А это вещи из моего старого дома. Сколько Кьотви заплатил за измену? Нисколько. Все не так. Я правда был там в ту ночь, но за Кьотви не дрался. Я убежал. Трус. Теперь тебе конец. Нет! Не хочу умирать. Придет. Сульке не уйдет из города. Здесь он чувствует себя в безопасности. Осмотрись вокруг. Слушай, ты вроде боевито выглядишь. Брат Волка, неужто это ты? Дорогу Эйвору, кошмару зап... Ты Рольф, так? Мы вместе ходили в набег у северного побережья. Польщен, что ты обо мне помнишь. Стюрбьорн тогда впервые отпустил нас в такую даль. А Сигурд поспорил с тобой из-за добычи. Ты в таком возрасте еще грабишь? Нужно брать, что успеешь, пока Харальд не подмял Норвегию. Но я теперь только все планирую, а грабят уже другие. Кстати, я сейчас ищу толкового капитана. Я бы помог, но у меня давно своя дружина. Да я не про тебя. Но помочь с выбором ты бы мог. Проверку? Хочешь узнать, чего стоит человек? Ха. Мои люди ждут у причалов. В основном местные. Есть даже несколько пахарей, они жаждут...
сравнении со мной и Сигурдом. Смешно сравнивать. Ты не знаешь, как велика твоя слава, Эйва? А тебе говорят по всему побережью. И что именно? Смотря кого слушать. Больше хвалят. А прочих не волнуйся. Это они пусть волнуются. Это мои люди, Эйва. Не самые опытные, но у них есть другие достоинства. С тобой я превращу этих тюфяков в железных людей, в настоящих воинов. И кто из... Ладно. Я вот... Да. Воин должен быть беспощаден. Я сильнее любого мужчины. Есть чему поучиться. Тебя большая честь. Эй, слушай, ты вроде боевито выглядишь. Эй, слушай, ты вроде боевито выглядишь. Брат Волка, неужто это ты? Ты Рольф, а? Ты... Да, кот. Мои люди ждут у причалов. В основном местные. Есть даже несколько пахарей, они жаждут подвигов. Как они в сравнении со мной и Сигурдом? Смешно сравнивать. Ты не знаешь, как велика твоя слава, Эйва? Здравствуй, здравствуй. Взгляни на мой товар. Такое никогда не бывает лишним. Да, правильный выбор. Не скрывать, что это было твоим. Я точно показал тебе все товары. Еще увидимся.
Стань моими глазами, Сюнин. Смешно сравнивать. Ты не знаешь, как... Смешно сравнивать. Ты не знаешь, как велика твоя слава, Эйвор? А тебе говорят по всему побережью. И что именно? Смотря кого слушать. Больше хвалят. А прочих не волнуйся. Это они пусть волнуются. Это мои люди, Эйвор. Не самые опытные, но... С тобой я превращу этих тюфяков в железных людей, в настоящих воинов. И кто? Ладно. У него... Значит... Хочешь драться? Ну да. Только... Брат, воп! Хотите вер... Я вот... Давай! Воин должен быть беспощаден. Я сильнее любого мужчины. Есть чему поучиться. Тебя большая честь. Это мои люди. Не самые опытные, но у них есть другие достоинства. Вместе с тобой я превращу этих тюфяков в железных людей, в настоящих воинов. И кто из этих... Витька, дева, а еще... Ро? Не отвлекусь... Я вот... Давай! Воин должен быть беспощаден. Я сильнее любого мужчины! Есть чему поучиться. Тебя большая честь. Люди, Эйвор.
Не самый опытный, но у них есть другие достоинства. Вместе с тобой я превращу этих тюфяков в железных людей, в настоящих воинов. Воин должен быть беспощаден. Я сильнее любого мужчины. Есть чему поучиться. Тебя большая честь. Люди Эйва. Не самые опытные, но у них есть другие достоинства. Вместе с тобой я превращу этих тюфяков в железных людей, в настоящих воинов. И кто из этих бедняк будет верховодить? Видишь громилу? Аутбьорн. Говорит, дай мне хоть доступ. Воин должен быть беспощаден. Я сильнее любого мужчины. Есть чему поучиться. Большая честь. Это мои люди, Эйва. Не самые опытные, но у них есть другие достоинства. Вместе с тобой я превращу этих тюфяков в железных людей, в настоящих воинов. Воин должен быть беспощаден. Я сильнее любого мужчины. Есть чему поучиться. Thank you.
Сперва нам надо подраться. Может, лучше присядешь? Нет, нет, со мной все в порядке. Бойся лучше не за меня, а за себя. Но дрался ты славно. Все может быть. Надо бы выпить за это. Ну как, увидел все, что хотел? Да, не думал, что Торгельс сдюжит. Но он такой же упрямый, как его старик. Погоди, так это твой сын? Малыш Тор? Он же мне едва по пояс был. Он уже подрос, и рано или поздно все у меня отберет. Но таковы уж дети. Возьми за труды и чуток сверху. За то, что обжулил тогда тебя с Сигурдом. Удачи! Эй, Геймерс!